пришли в супермол. Свой супермол. Еще супермол. Скажите, по экскурсиям что не ездим, ребят? Ну, мы были уже везде. Видите, еще пятый раз в Дубае же везде были. Вот на рамке не были. На рамку мы, наверное, съездим. Посмотрим, где что есть. Нам нужно сейчас поменять доллары на дирхамы. Нам сказали, где обменник дешевый, будем менять. Но я Галинку потеряла. Куда она делась? Куда она пошла? Где она? Вон она. Нашла. Нужно обменник найти. Где? Обменник найти нужно. Нет. Ну поехали, может там на втором этаже. Чуть упала. Едем. Далекие края. На улице тепло, 23 градуса. Замечательно. Жары нет. Просто потрясающе. Дальше куда? Какие-то банки опять. Банк написано. Банк. В общем, дирхамы кончились. Ну, сколько я? $100 меняла. Обменивала. Осталось 50 дирхам. Надо где-то найти обменник. На что поделаешь? Гулять надо. В этих мулах хоть прохладно. Еще перекусить надо, куда-то зайти, пообедать. Весело, здорово. Движение, жизнь, только двигаемся. С моря приехали, переоделись и быстренько. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Галинка покой мне еще не дает. Вот тут натуральные соки, сейчас покажу смузи. Смотрите. Ой, вообще обалдеть, можно сделать. Хочешь смузи, хочешь соки. Выбираешь вот что хочешь. Фрукты. Какие хочешь. Ой, надо как-нибудь зайти, да, обратном пути. Вон все цены. Вообще обалдеть. Все хочется. В общем, забежим. 25 дирхам. 21. Все. Знаем теперь, где вот стакан. Видите, 21, 23, 25, 25, 25. Красота. Мимо фруктов не могу проходить. Особенно, когда вот они же, вот видите, вот стаканчик в таких. Нашли обменный пункт названия. Вот такой вот. Ну, не знаю, какой выгодный курс, невыгодный. Нам делать нечего. Искать больше негде. Будем сейчас менять. Галинка стоит, управляется. Красотка. Видите, как красавица у меня подруга. Ну, слов нет. Красотка. Зашли в магазин RHB. Купила себе такую спортивную. А в примерочной молча, там же музыка играла. Она сейчас музыка играет. Мне так понравились одни бомберы. Сейчас вам покажу, какие бомберы. Ну, на наши деньги 1800. Вот это на наши деньги 800 рублей. Смотрите, пашмины. По 10 дирхам. От RHB. Очень хорошего качества, нежного. Вообще, как у меня вот такой вот, если брала лимонный. Кстати, он и есть. Он здесь вот светлее, здесь темнее, да. По 10 дирхам. Хорошая вещь. Вот мне понравился бомбер.
такого плана, завязочка внизу, с капюшончиком, цена 65 дирхам. И еще покажу, это тоненький такой, приятненький. Сейчас покажу, какой еще понравился. Кстати, джинсы я розовые не взяла. Обтянулась, как будто вообще голая. Цвет не мой. Сейчас покажу шикарные бомберы. Вот, смотрите. Это просто шедевр. Качество. Просто не представляете, какое. На клепочках. Цена 90 дирхам. Ну, считай, что на 20, да? Ну, около 1800. Ну, и подумаю. Может, в конце зайду его и куплю. Есть вот такой расцветки. Мне вот понравился серенький с беленьким. Шикарный вообще, шикарный. Пошли, а? Галинка мне зовет, говорит, пошли, а? А я от них оторваться не могу. По просьбам многих показываю. City Mall Deira. Магазины, какие хотите. Какие хотите. Идем в центральные елки. В некоторых есть распродажка, в некоторых нет, девчонки, распродажка. Парфюм продают, часы продают, кафешки везде. Бренды. Ну, в общем, все, что душе угодно. Вот Zara. Но знаете, что хочу сказать? Цены не дешевле, чем у нас, а может даже дороже. Вот мы подошли к елочке шикарной. В Дубай Молл мы не поедем, конечно же, потому что, ну что там делать, на цены глазеть, в аквариум мы уже были. Галя, а в Зару не пойдем? А вот мишки шевелятся. То фотографии не были, а тут мишки стоят, шевелятся. Нет, покушать это вот здесь вот. Вниз наоборот спускаемся. Надо найти, где Пьер Карден. Заходили мы. Скидок нет Пьер Кардена. Абсолютно. Вещи, конечно, отличные. Я ничего не могу сказать. Но цены не из дешевых. Не из дешевых, ребят. Так что, если вы думаете, купите в Арабских Эмиратах что-то подешевле с бренда, не купите. Может быть, в феврале у них начнутся скидки еще. То тогда да. Смотрите, какой красивый блузон. Это от Пьер Кардена. Хороший магазин Катон. Очень хороший магазин. Качество хорошее у него. Тоже можете посетить. Тоже есть скидки. Тоже есть за две вещи. Покупаешь по цене одной. Можешь зайти. Качество хорошее. Но это не турецкий Катон. Нет. Вот я вам показываю. Брендов везде завались. Вот арабский парфюм. Какой хотите, выбираете. Дают много пробовать. Очень, очень везде. Пахнет даже благовоние. Какой запах. Вы просто не представляете, ребят. Знаете, это масляный парфюм. Супермаркет Carrefour, где можно купить продукты, питание, купить уже, заказать уже готовую еду с собой. Там, кстати, тоже распродажи сейчас везде. Можно купить и одежду, ну, конечно же, не такого качества хорошего. Вот имейте в виду. А вот налево, направо, вернее. Там вот прям до конца коридора доходите, и туалет есть, если кого интересует. И очень много-много кафешек, где можно перекусить. Вот кофейни всякие, пожалуйста, если хотите. Посмотрите, какой он громадный. Громадный. Ну, Дубай Молл, конечно, больше. Везде спусковые лестницы. Везде все красиво.
тепло, вот такой угол. Здесь тоже какая-то новогодняя композиция. Вайкики. Как говорила, цены в Вайкики дороже цены все, чем у нас в России. Вот, пожалуйста, зря нельзя сфотографироваться. Если, наверное, будет на Новый год Санта-Клаус здесь подарки раздавать. Едем домой. Вечером сюда придем. Он показался вечером с Гуршевским. Главное, поменяли доллары на дирхам. Сейчас пойдем в бассейн. Время еще есть. До 4 поваляемся. Позагораем, купаемся. На выходе из Сити Мола, Дейра Сити Мола, вот здесь стоянка. Огромная. Вот посмотрите. Все продумано, все сделано хорошо. И здесь можно припарковаться, не мучиться, как у нас, да, около торговых центров. Потрясающе вообще. Ну, здесь очень жарковато. Вот идет местный араб, араб в белом. Ты же, знаешь, боишься снимать. Сейчас шла по торговому центру, снимала, меня остановил охранник и сказал, нельзя снимать. Ну, тут, представляете, тут даже вот нельзя, не знаю, говорил или не говорил, а пробовала звонить на WhatsApp, на FaceTime, да, своим. Нифига, прерывается связь, оказывается, да? Наверное, говорила я, не помню, что я говорила. У них здесь все блокируется в целях безопасности страны. Представляете? Интересно, в России, наверное, тоже скоро заблокируют цели безопасности страны. То есть никак, а не то, что видеосвязь, а аудиосвязь блокируется. Вот так вот. Вот такая безопасная страна. Приезжайте, вам здесь ничего не грозит. Вот так выглядит сити-центр Дейра. Вот. Не пройдете никогда мимо. Он находится прямо напротив нашего отеля «Ибис». Замечательно. Еще раз говорю, очень удобное место расположения отеля «Ибис Центр». Сейчас мы чуть-чуть пройдем. И вон там наш отель «Ибис». Вот написано, видите? Сейчас покажу. Вот «Ибис». Все рядышком. Просто замечательно. А вот здесь вот недалеко, вот видите, кафе арабское, тоже очень недорого можно покушать. Рядом индийское, но дальше арабское. В индийское не ходите, идите только в арабское. Жду, на светофоре стою, машины. Видите, сколько вереница, вереница машин. Кстати, я в новых шлепанцах, которые вчера в Day to Day купили. Смотрите, какая прелесть. Нигде ничего не натерла. Прошлась. Че, по две пары взяла. Две пары дочке, две пары себе. Обалденные. Вот шмык-шмык. Просто потрясающие. Не жарко, ничего. Они такие, как из веревочек такие, тканевые. Нигде не натерла. Специально сегодня попробую. Натру или не натру? Не натерла. А что там за 5 дирхам мне купить-то? Господи. Правда ведь? Потрясающе. Так что в Day to Day есть смысл ходить. Если кто-то пишет там, что там один ширпотреб, не верьте. Сейчас в Day to Day очень даже неплохие можно вещи взять. Ну все. На этом я закончу такой маленький обзор. Если кому понравилось, ставьте лайки. Обзор сумбурный. Я боялась, что не хватит у меня батарейки, и все сядет. Телефон сядет, я имела в виду. Не кто-то еще. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой фейсбук и ВКонтакт. С вами была Света. Все, пока-пока. Идем на бассейн.